Полное описание итогов дата выхода 7 по 9 серию 3 сезона сериала «5 минут тишины». 7 по 9 серию сериала продолжат выходить на телеканале НТВ 6 мая. 7 серия. Парень и девушка тайком пробираются на территорию завода, чтобы прыгнуть с высокой трубы. Ржавая лестница под ними ломается, и назад пути нет, только прыгать. Девушка стартует неудачно, ударяется о трубу и повисает без сознания. А парень, который собрался прыгать впервые, остается на верхушке трубы, совершенно беспомощный. Тем временем в трамвайном депо рабочий не успевает вытащить руку из-под вагона и ее придавливает. Он рискует погибнуть от потери крови, а домкрат неисправен. 8 серия. В промзоне находится подпольный водочный завод, хозяин которого решил нелегально подключиться к водопроводной магистрали. В подвале срывает кран, и пока двое рабочих пытаются ликвидировать аварию, дверь блокируется. Хозяин завода боится разоблачения и не позволяет вызвать спасателей. После короткого странного звонка на пульт спасатели мечутся по всей промзоне в поисках тонущих людей. 9 серия. Два парня и девушка отправляются в поход на байдарках по Волге. В последний момент им меняют инструктора. И новый оказывается бывшим парнем девушки. Ее новый жених не в восторге, но инструктор настроен мирно. Однако на ближайшее будущее этих ребят у него большие планы. Напомним, 7 по 9 серию сериала будут выходить на телеканале НТВ 6 мая. Если вам нравится сериал, не ждете выхода новых серий? Тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых российских сериалах. Спасибо за подписку и лайки.